Увеличение объема неотложной помощи. Расширяем неотложную помощь, создаем на уровне наших поликлиник, в первую очередь взрослых поликлиник, специализированные отделения, которые будут оказывать эту помощь. Таким образом, мы снимаем нагрузку со станции скорой помощи, которая частично решает эти вопросы. И это позволит, имея такие подразделения, улучшить и доступность, и качество квалифицированной помощи населению. Развитие офисов врачей общей практики продолжается. Направление значимое. Будет дополнительно создаваться офис врачей общей практики силами наших поликлиник. Это 7-я поликлиника на базе молочной кухни на Шекснинском проспекте. И офис врачей общей практики – это Гоголя 33А за счет, как структурное подразделение 2-й поликлиники, потому что вот этот район, ограниченный улицами Химиков, Красная, Гоголя и проспект Победы, он очень отдаленный, труднодоступный, транспортно труднодоступный для населения, поэтому уже на протяжении многих лет оттуда население жалуется, просит решить этот вопрос. Вот этот, мы сейчас подошли уже к практической реализации этого вопроса. Я думаю, что до конца текущего года офис там будет создан, офис будет создан, наверное, порядка на 10 участков. Проект «Госуслуги. Ваша оценка» работает уже давно. И в прошлом году как раз для... был проведен мониторинг по медицинским учреждениям города. Это, конечно, проблема, которая интересует всех жителей города, всех череповчан от мала до велика. У нас очень много хороших врачей, и наш мониторинг был направлен на то, чтобы выявить в том числе и лучшие поликлиники, лучшие медицинские учреждения, которые были отмечены по итогам года, а также посмотреть то, какие недостатки существуют в этой системе, на что нужно обратить внимание, какие проблемы и как их можно решить без затрат каких-то, без привлечения финансовых средств и так далее, которые касаются конкретно административных вопросов или вопросов человеческого характера, да, внимательности по отношению к гражданам.